Друзья, всем привет, с вами как всегда MixGame. А это игрушка Last Day on Earth Survival. По всем по вам соскучился, давно у нас на канале не было роликов. Немножечко тут у меня был застой. Все, теперь окей. Поехали дальше мутить ролики, крутые рейды и так далее. Сегодня, конечно же, сходим с вами на рейд. Давайте мы завершим задание наших рейдеров. К рейду у нас вроде как все готово, все имеется. Можно сразу, наверное, покушать, попить по полной программе. А это все выложить, чтобы нам не мешало. И поехали. Блин, реально соскучился по рейдам. Уже неделю практически я в игру не заходил. Просто был занят основной работой и не было возможности. Так. Разван. Ну что ж, Разван, мы едем к тебе. Надеюсь, получится крутой рейд после долгого перерыва. Сегодня, надеюсь, выйдут еще, наверное, два ролика по Dawn of Zombies и по трансформерам. Давайте смотреть базу. Так, тут у него не собранный аппарат. База каменная. Здесь что у нас имеется? Фигня. Чоппера не наблюдаю. Так, сейчас быстренько бежим. Ну, база небольшая. Все огорожено колями. А вот, кстати, и чоппер. Такс. Давайте вот, наверное, вот мы отсюда, наверное, и зайдем. Там как раз у нас ящик стоит. Так, где мой чоппер? Нужна нам сижечка. Я так думаю, одной, скорее всего, нам хватит. Такс, окей. Есть контакт. Ага, нифига, нам одной не хватит. Лады. Разбираемся с зомбачками. Так, бронька у меня была не целой, но надеюсь, что хватит ее до конца рейда, по сути. Тем более, дальше у нас есть еще ВСС-очка. Можем работать на дальние расстояния. Окей, так. Что у нас в ящике? Угу. Ну, различное барахло, микросхемка есть, 4 движка есть. Такс. Вот эту штучку возьмем. Изолента. Ну и остальное такое все. Давайте дальше смотреть. Пустой. Великолепно. Так, миниган. Такая штучка, талончики. Почему бы, как говорится, и нет. Ну, один красный явно брать мы не будем. Тут у нас что? Ага, зомбаки налетели. Давайте с ними разберемся. Есть контакт. Так, часы, телефончики. Ну вот, телефоны, может быть, заберем. Ломаем последний ящик. И придется нам еще взрывать. Детали заберем. Так, одна пластина. Понятненько. Давайте сбегаем до чоппера. Выложим пока то, что мы забрали. Миниганчик сюда положим и микросхемку. Это вот так. Ну, кстати, вот зеленые талоны, ну, такое.
Но сишку можно сюда, и еще сюда положим детали от двигателя. Окей, прием дальше. Так, такс, 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 куда нам прорываться? Да, наверное, вот сюда вот и будем прорываться. Ага, тут-то у него туннели. Дом-то хитренький, ребята. Смотрите, как сделан коридоры, и еще все разделено по отсекам. Симпатичненько, симпатичненько сделано. Так, вот это мы заюзаем. Такс. Такс, это можно сюда определить. Ну и что делать? По сути, я так думаю, мы больше навряд ли что-то сможем взять. Даже если используем С4, то у нас уже прибежит громила, а мы с вами раздеты, и нам придет трындец. Поэтому я не вижу смысла, наверное, дальше взрывать. Поэтому забираем все, что можно. И будем сваливать, потому что, ну, реально, мы только себя поставим под удар и потеряем все на свете. Вот так вот возьмем. И вот так вот возьмем. Все, вот на этом, наверное, я остановлюсь. Топорики оставим для следующего рейда. Они нам пригодятся. Да. Да, пойдет. Пойдет. Ну что, друзья, вот такой вот рейдик у нас получился. Можно, в принципе, зачекать лутецкий. Ну, чему я рад? Деталька, миниган, неплохо. Микросхема. 4 движка, талоны для бункера. И разные фигнюшки. Гвозди и изолента у нас пойдут на топорики. Ну, а это, думаю, нам понадобится в каких-нибудь следующих обновлениях. Остальные штучки-дрючки. Так, что мы отдадим с вами рейдерам? Я так думаю, вот это потянет, мог бы вынести и побольше. И отлично. И вот так вот мы с ними распрощаемся. Ну что ж, друзья, в принципе, я доволен рейдом. Очень даже неплохо у нас все получилось. Достаточно такие толковые лутецкие. Вот еще раз можно его узрить, что у нас получилось. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был MixGame. Всем удачки, всем пока-пока. Чао!